Так, вот такая вот машинина, что не фары загорелись, да? Что-то я у нас такого не видел. Есть такая у нас машина? Тоже таких не видел. Есть, да? Нет. Я поэтому за скорость делаю. Такой багажничек. Вон, 95-й написано. Че, не знали какой. Ну, блядь, колеса у нее, конечно, шикарные, но. Здорово. Размер, да. 20-й. R20. Глазастый. Салон такой прошитый весь. Сейчас спереди покажу. Такая, вот это, конечно, жестковато. Ну, движочек какой-то слабенький. 1.3. Повисит, брали. Так, панель выглядит. Шести. Какой-то, блин, это. Не знаю, что за функция. Ну, короче, тут какой-то лепесток. Сейчас вот. Нейтралка. Заводим. Заводится. Ну объедем с той стороны, заедем туда, да и все. Заедем прям туда, ну. А мы там не заедем, Серега. Заедем, поехали. Так, вот он. Ага. Все предупреждения. Вот так вот у нас выглядит. Это, видать, специально, чтобы видно было, засоряется или нет. Движка не видно. Или он такой маленький, что его... Ни хрена не видно. Потому что здесь стоит 1.3, шестиступенчатая. Пластмасса все залит, закрыто. Ну, как-то так. Ремень один стоит. Насколько я вижу, а тут радиаторы. Получается все. Аккумулятор. Блок.